Ну, машешь, потому что я тебя курицами кормила, да? Тебе еще надо? Все съел? Все, да я тебе сейчас принесу маленький такой, сколько хочешь. Хочешь, 100 штук принесу. Только кушай, а то худенький такой. Ну, не сильно. Так, вот с этим аккуратней тоже. Он выглядит-то... Вот кто из них, кто маленький мой? Маленький мой такой сладкий. Я так понимаю, оба кобеля? Да? Так, этот точно кобель. Да этот, по-моему, тоже не вижу, блин. Да. Мальчишки. Мальчишки, худышки. Я тоже тебе принесу курицу. Ты зачем мисочку забрал? Это, видишь, сама себе перегонки открывает. Да ты такой сладкий. Ты посмотри. Не, они хорошие. Ну, гималайская еще куда не шло. Блин, ну тоже вон, видишь, смотри, хребет торчит. Чежуся маленькая. Доела? Кашку доела вкусную? А ты докушиваешь маленькая такая. Ужас, это вообще ужас какой-то. Да добрый не молодец. Он проверял их всю ночь ходил. Я до 4 селедку под шубой гандобила, так он тут ходил, проверял, смотрел. Оттуда глаза такие. Ну это, конечно, вообще жесть. Сколько ей? Она 13-го, да, года? Слушай, кому-то из них 8, кому-то из них 11. Вот кому сколько, я честно не помню. Надо смотреть книжки, документы. Там тоже такие вообще добрые. Да они всю ночь, я же говорю, до 4 утра вот это вот ваяло. Так, посмотри, о, у нее коготь вросший. Они взрослые? Вот на той лапе. У этой или у? Вот у барибалки. У нее прям вросший в подушку. Вот, да, ужас, это надо ее... Блин, ее сейчас не занаркозить, чтобы до весны. Да ее в таком состоянии куда наркозить? Она с ума сойдет, она умрет. Бедолашка ты моя. Сейчас я вас всех покормлю. Видишь? А, ну не вросший, но он такой просто. Но все равно. Но в близках тому, да. Слава богу, хоть не врос. Вот это бедолашка. Ну это... Да. Она что-то чешется. Ну, такая красивая. Не, они хорошие все, но ты посмотри, что бедные ребенки. Не, ну это по шерсти более-менее еще нормальные. Но это вообще шерсть. Они даже не выглядят. Так потому что, блин. Маленькая моя такая худышка. Лапку поменьше. Да я знаю. Не, она не трогает. Она все поняла.